Часть одесских бомбоубежищ обозначена лишь на картах, представленных ГСЧС Украины в Одесской области. Наши журналисты прошли по нескольким адресам, отмеченным на онлайн-схеме, и выяснили, в немногих дворах из обследованных в центре Одессы можно найти хотя бы вход в защитные сооружения. Далеко не все жители окрестных домов знают о существовании бомбоубежищ. Справедливости ради стоит отметить, что есть и практически образцовые, как на Тираспольской, 19. По словам соседей, это подземное сооружение коммунальщики недавно привели в порядок. Напомним, что по данным ГСЧС на территории Одессы насчитываются 365 защитных сооружений. В области целиком 439 таких объектов коммунальной собственности. Ну а более подробно о бомбоубежищах смотрите в субботу в 8 вечера в итоговом выпуске новостей.